Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, друзья. Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, развитие частного предпринимательства на Гомельщине все больше набирает обороты. И примеров тому масса. Гомельская область – лучший регион для развития бизнеса в стране. В нашей области живут и работают предприниматели года Беларуси. Гомель – всем известная площадка для проведения крупнейших экономических форумов и конгрессов. Я уже поняла, что этот список патриот Саша готов перечислять еще очень долго, однако оставь что-нибудь для наших гостей. Самое время их представить. Заместитель председателя Комитета экономики Гомельского облсполкома Марина Кривунь.
Добрый вечер, Марина Черхана. Добрый вечер. Директор Гомельского технопарка Дмитрий Морозов. Дмитрий Николаевич, рады Добрый видеть. Вечер. Директор общественного объединения «Содействие развитию частного предпринимательства и единства» Инна Кустова. Инна Леонидовна, добрый вечер. Добрый вечер. Директор компании IT Support Me Игорь Шульгин. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, рады Добрый видеть. День. Уважаемые гости, думаю, согласитесь, часто приходится слышать, сейчас бизнесу, ох, как тяжело. И в то же время мы видим значительный прирост по самым разным направлениям. Инна Леонидовна, как объяснить этот своего рода парадокс? Ничего удивительного, Саша, в этом нет. Потому что бизнес – это априори очень сложная специальность, очень сложная деятельность. Нелегко бизнесу и в Беларуси, и в России, и во всем в мире. Где бы я ни была, всегда бизнес где-то сетует на сложные условия труда, ну, потому что сама по себе деятельность, как я уже сказала, она очень тяжелая и ответственная. В принципе, как деятельность любого руководителя, любого лидера, который априори несет на себе огромную нагрузку, за коллектив, за стратегию предприятия, за... Темп развития, захват рынка. За все на свете. А как раз-таки сегодняшнее время, ну, опять-таки, кризисное время, по большому счету для тех самых лучших, самых предприимчивых, это больше благо. Потому что кризис заставляет пересмотреть, скажем, существующую модель собственного производства, отбросить неработающие какие-то ошибки, внедрить новые технологии, оптимизировать поле деятельности и собственной, и компании. А что это значит? А значит стать лучше, еще успешнее и еще сильнее. Да недаром ведь маститые экономисты говорят, кризис – время для предприимчивых. Марина Михайловна, согласны? Я бы хотела дополнить Инну Леонидовну, почему бизнесменам сложнее живется. Ведь у всех у нас с вами 24 часа в сутки, а у них как минимум 26. Они ровно на один час позже ложатся отдыхать и на один час раньше встают. Это как минимум. Это как минимум, да. Поэтому действительно непросто. Непросто не только бизнесу, непросто другим предприятиям, но это большой толчок к свершению нового. Если вы обратите внимание, даже в истории все какие-то необычные, неожиданные, иногда кажущиеся нам фантастическими вещи происходили именно во времена кризиса. Вот. Но иногда от лени, говорят, изобретают много чего. Ну а так, как правило, в кризис для того, чтобы заработать, прокормить свою семью, реализовать себя. И действительно, бизнесменам это очень тяжелая специальность. Ей, к сожалению, практически нигде не учат в полном объеме. И каждый опыт, каждая реализация своей задумки, она проходит через сердце, а потом же через голову, наверное. Еще один факт в тему разговора, приятный факт, о котором нужно говорить. В 2016-м Гомельщина признана лучшим регионом для развития бизнеса в Беларуси, не так ли? Да, нас это очень радует. Союзом юридических лиц... Республиканская конфедерация предпринимательства. На протяжении многих лет проводится ежегодный конкурс по определению лучшего региона для развития бизнеса в республике. В этом году Гомельская область победила в этом конкурсе. Не могу не отметить, что в этом году и город Гомель признан лучшим городом, лучшим областным центром для ведения бизнеса, а также Октябрьский район среди районов численностью до 50 тысяч человек. Для нас это очень, скажем так, почетное звание. Мы очень им дорожим. Еще хочу отметить, что это не первое звание. В 2012 году и в 2014 году Гомельская область тоже признавалась лучшей областью для бизнеса. И, скажем, о престиже этого конкурса можно говорить то, что все наши регионы без исключения, все 22 региона подают заявки и активно в нем участвуют. Как считаете, какие конкретные показатели значительно повлияли на это решение? Ну, сам конкурс – достаточно сложная процедура. Оцениваются 12 экономических показателей по каждому району. Это и производительность труда, и численность занятых, объемы выпускаемой продукции, и выручка. Я не буду все перечислять, но одним из основных критериев, и для нас это особенно ценно, это оценка региональными бизнес-сообществами, работы местных органов власти по поддержке и созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Так как я
являюсь жюри этого конкурса, единственным членом жюри от Гомельской области. Я веду подсчеты всех результатов. Поэтому здесь важно сказать, что Гомельская область триумфально выступает на протяжении всех последних лет. В этом году, скажем, три номинации, две номинации из трех возможных, потому что, скажем, все районы, маленькие районы, поощрили, и они не участвовали между собой в соревновании. Это была все победительская номинация. А, например, в прошлом году Гомельская область занимает три номинации, три победы из четырех возможных. То есть, скажем, город Гомель, как лучше, это тоже все наша Гомельская область, как лучший город. Плюс в номинации до 50 тысяч становится лучшим Жидковичский район. В номинации свыше 50 тысяч Калинковичский район. Опять-таки, берем годом раньше, 2014 год, опять-таки, Гомельская область, как лучшая область для ведения бизнеса. И ее Чечерский район, маленький район, сложный район. Лучший район среди всех районов Беларуси. В таком случае к вам также вопрос, в чем секрет такого успеха? Секрет, считаю, что в тех созданных конструктивных и партнерских отношениях между бизнесом и властью. Давно утверждается, несмотря на общее и одинаковое законодательное поле, почему-то бизнесменам в каждом районе живется по-разному. Почему им живется по-разному? Потому что смотря как воспринимают и помогают и поддерживают и как их проекты, эти отношения. Да, наша исполнительная власть. Этот конкурс, вот, по большому счету, как бы так, он очень важный. Я всегда вот для себя рисую вот такие картинки. Вот мы все говорим, что к нам должны приходить какие-то там инвесторы с деньгами и помочь поднять нам нашу экономику. И вот когда решит инвестор прийти в Беларусь, ну от чего ему отталкиваться? Какую ему область выбрать? Как он откроет результаты конкурса. Конечно. Да. И решит, ну, конечно, где все его начинания будут приняты на ура. Кстати говоря, про результаты конкурса, пока мы общались с вами, ну, немножко раньше пришли итоги еще одного очень престижного конкурса «Предприниматель года Беларуси». Марина Михайловна, радуют экспертов эти результаты? Ну, безусловно, я могу сказать, что, наверное, как каждый патриот своего региона, как каждый кулик хвалит свое болото, нам очень радостно видеть среди победителей, среди признанных и заслуженных людей наших представителей бизнеса. Тем более, что в этом году конкурс впервые проводился совершенно в новом формате. Он, скажем так, заместил предыдущий конкурс, который проводился с 97 по 13 год «Лепший предпринимальник». Там было 16 номинаций, там были лауреаты, победители, то есть, ну, достаточно большое количество людей. В этом году изменены правила. Всего лишь 5 номинаций, в том числе и успешный старт, и стабильный успех, и лучший предприниматель в сфере производства, в сфере услуг, инновационно-активный бизнес. Вот эти 5 номинаций, которые оценивались. И во всех 5 номинациях есть наши победители. Игорь Николаевич, к чему обязывает почетное звание предприниматель года? Да, действительно. Вы об этом как раз и задумались. Да, да. Ну, во-первых, обязывает к тому, чтобы достигать еще лучших успехов. Ну и, наверное, чтобы создавать нашим сотрудникам, нашим работникам, ну, идеальные условия для труда, чтобы они могли еще больше показать себя. Ну а в этом нам очень помогает Дмитрий Николаевич и технопарк, на территории которого мы находимся и являемся резидентами технопарка. Игорь Николаевич, чтобы зрителям было более понятно, давайте вспоминать, с чего начинала команда единомышленников в 15 человек здесь в Гомеле. В 2012 году мы начинали с 2 человек. Когда мы перебрались под крыло технопарка, это было уже около 40. И на сегодняшний день у нас уже почти 80. То есть мы достаточно динамично растем, опять-таки повторюсь, благодаря условиям, которые нам создают, и благодаря нашим людям. Зарплаты в IT-сфере и в Гомеле более чем достойные? Вот такой вопрос. Скажем так, я не могу разглашать эту величину, но могу вас уверить, что достойные зарплаты и сообразно тому,
каким уровнем знаний обладает работник, что он делает для компании, соответственно этому и его уровень оплаты. Дмитрий Николаевич, я вот думаю, что наш регион по-настоящему богат на работников IT-сферы, на IT-умы. Если взять Гомельский технопарк, то здесь, если не ошибаюсь, из 25 резидентов 20 представители тех самых IT-компаний. Гомельский регион богат не только на умы в сфере IT, он богат умами, интеллектом в различных сферах вообще деятельности. Думаю, что вот ситуация, сложившаяся в технопарке, там, где из 25-20 это айтишники, это просто некоторая, скажем так, по-белорусски, люстерка, да, экономики, зеркало, отражение. Наверное, на сегодняшний день это наиболее активно развивающийся сегмент бизнеса, наиболее вид бизнеса, который требует, наименьший порог финансовый вхождения в него. Ну и кроме этого, да, совершенно верно, вы очень точно заметили, Гомельщина традиционно сильна вот этими кадрами. Я уже как-то упоминал даже, по-моему, в этой студии о том, что надо вспомнить КБСП, конструкторское бюро системного программирования, которое еще в 70-х годах было перенесено из Новосибирского академгородка, а это математическая школа на базе потом этого здания. Их площадей был создан политехнический институт и так далее. То есть это дало толчок не только... То есть школа математика, высшей математики, информатики, физики. Я подчеркиваю программистов, поэтому сегодняшние успехи белорусских айтишников, да, мы все знаем Viber, мы все знаем World of Tanks и так далее. Вот это, я все-таки патриот Гомельщины, сегодня это слово звучит здесь. Я думаю, Гомельщина повлияла на развитие вообще в целом IT-сектора в Беларуси. Конечно, сегодня этот айтишный сектор развивается очень динамично. И хотел бы несколько слов сказать о том, вот прозвучало уровень оплаты и так далее. Считаю, что вот IT Support Me демонстрирует, или является ярким примером демонстрации того, что не все вообще-то замыкается или зависит от уровня оплаты. Игорь Николаевич по скромности умолчал, но это, во-первых, очень высокая корпоративная культура, это очень высокое внимание руководства к тем условиям труда, в котором работают их сотрудники, поверьте, я это знаю изнутри. Кроме этого, это приглашение преподавателей английского языка, это корпоративные всяческие мероприятия и так далее. Поэтому, возможно, я допускаю, что в ряде IT-компаний других уровень зарплаты может быть выше. Но вот интеграционный показатель, да, когда человек оценивает, что ему приятно идти на работу, это, вот, наверное, IT-саппорт уделяет этому большое внимание. Решение о создании технопарка в Гомеле созрело еще в 2008 году. Как строилась эта работа? Всегда, как говорят, чужие дети растут быстрее, да? Но вот оглядываясь на этот путь, мне тоже не верится, что уже больше 8 лет технопарку. Необходимо отметить, что на полную мощность мы заработали почти год назад. То есть в начале мая мы открыли окончательно все свои помещения для того, чтобы к нам могли приходить наши партнеры, наши резиденты и так далее. Поэтому чуть больше года технопарк работает на полную мощность. Многие до сих пор путают технопарк с парком высоких технологий. Давайте расставим все точки над «и». Какие задачи стоят перед вашими специалистами? Здесь я бы разделил так на несколько таких направлений. Во-первых, всем известный парк высоких технологий – это мощнейший инструмент, который создан был государством. Считаю, очень верный был вектор выбран вот использование этого кадрового потенциала, интеллектуального потенциала Беларуси. И основное отличие, что парк высоких технологий – это поддержка IT-отрасли. То есть все, что связано с IT-технологиями. Такие технопарки, как Гомельские, мы создавались немножко в другом законодательстве, по другому указу президента. Так, оговорюсь, такие технопарки есть не только в Гомеле, в Минске, в Могилеве, в Бресте заканчивается строительство подобного регионального технопарка. Так вот, задача таких технопарков, как Гомельский, это поддержка не только IT-сферы, а всех направлений инновационной деятельности. Это может быть и нанотехнологии, материаловедение, энергосбережение, биотехнологии и так далее.
более динамично сегодня развивается, как я, мы уже говорили, IT-сектор. Но в нашем технопарке есть ряд ярких резидентов, уникальных для Республики Беларусь. Мы уже упоминали, микротест-машины компании, которая занимается разработками в сфере нанотехнологий, приборостроения и так далее. Целый ряд резидентов. И мы надеемся, что к нам будут приходить вот, для того, чтобы получить нашу поддержку, не только айтишники. Что касается ваших резидентов, какие преференции, может, льготы предоставляете им? Да, есть определенные налоговые преференции. Ну, возвращаясь, может быть, к предыдущему вопросу, отличие от парка высоких технологий, если я сказал, это поддержка одного или разных направлений деятельности, то, к счастью для парка высоких технологий, где эти льготы очень мощные, к несчастью для наших резидентов, я все равно болею за наших резидентов. Мне кажется, что недостаточно льгот на сегодняшний день. И в то же время, я думаю, вы скромничаете, потому что условия все равно более комфортные на базе технопарка. Я продолжу. Я все-таки болею за наших резидентов. Естественно, нам бы хотелось руководство технопарка для того, чтобы режим, который создан у нас, он был тоже наиболее оптимален. Но на сегодняшний день по указу президента предоставлена скидка по налогу на прибыль. Если для общих, в общем режиме это 18% в республике, то для наших резидентов это 10%. Кроме этого, наши резиденты могут быть освобождены по решениям местных советов депутатов от налогов и сборов, полностью уплачиваемых в местный бюджет. И также уже сама администрация технопарка проводит политику, льготной арендной ставки. Мы стараемся, чтобы ставка за аренду помещений в нашем технопарке была конкурентной в городе. И, естественно, те помещения, та инфраструктура, которая была создана государством, в частности, при поддержке облсполкома республиканского бюджета, на сегодняшний день она наиболее, наверное, оптимальна вообще в городе. Там есть все для того, чтобы вести бизнес в комфортных условиях. Игорь Николаевич, подключайтесь к разговору. Мы уже поняли, что у вас экспортоориентированное предприятие. Рынок сбыта по большей части, если не ошибаюсь, Америка. Расскажите об основных своих разработках. Основные разработки нашего коллектива, нашей команды. Во-первых, это поддержка достаточно мощной сети аптек. Функционирование их, обеспечение материалами, контакты с больными, с нуждающимися в услугах. Вот. Это первая часть и самая большая часть нашей работы. Вторая часть нашей работы, я думаю, что стоит рассказать про разработку, которую отдел, входящий в состав IT Support Me, отдел разработки, совершил. Вот. В данном случае это называется прибор глюкометр. Но это не тот глюкометр, о котором мы все знаем, который придуман до нас. Да, как и все глюкометры, в принципе, он измеряет содержание уровня сахара в крови. Но в чем отличие нашего? Это не просто глюкометр. Этот аппаратно-программный комплекс, разработанный нашими специалистами, представляет собой обыкновенный сотовый телефон, мобильный телефон, который у каждого у нас имеется, и вот эта вот изюминка. Всю сложность в том, чтобы добиться минимального энергопотребления, и это нашим специалистам удалось. От чего, кстати, отказались предыдущие разработчики и сказали, что это невозможно выполнить. Система измерения очень проста. Мы вставляем в отверстие для подключения наушников, вставляем устройство, дальше анимация показывает: вставьте сюда стрип-полоску. Вставляем стрип-полосочку. Следующая анимация следующим шагом, потому что, я говорю, рассчитана на разный диапазон возрастов. И, например, людям, далеких от компьютеров, достаточно просто увидеть и показать, и сделать. Там все прописано. Все прописано. Шаги. Используем тестовую жидкость, которая для удобства имеет такой же цвет, как и цвет крови. Соединяем вместе тестовую жидкость, капелечку и стрип-полоску. Сразу на экране появляется результат. Этот результат именно данного измерения, именно в данный момент, показывает 7,3, но это тестовая полоска, это тестовая жидкость, она так и должна. Она калибруется в определенном диапазоне, чтобы проверить работоспособность устройства. Далее, при извлечении этого устройства,
У нас на экране показывается суммирующие за сегодняшний день, за сутки, за месяц список результатов. Для того, чтобы сравнить, то есть так называемый дневник динамика пациента. Можно совершенно отследить, опять же. Конечно. Да? И самое интересное, что позволяет сделать наш программно-аппаратный комплекс, он позволяет накопить эти данные, передать на хранилище, на сервер, который может являться сервер в медицинском учреждении. И, соответственно, по данному пациенту, по данному больному, можно видеть динамику, как на него воздействует лекарство, подобрать на него оптимальный метод лечения и диету. Вот. То есть, если нужно, то и в другом городе в режиме реального времени врач может совершенно дать советы верно пациенту, увидев результаты. Совершенно верно. Это может разгрузить не только поликлиники и диспансеры, которые занимаются, но и пациента. Он может отправить в электронном варианте всю динамику, проконсультироваться с врачом в удаленном доступе. И нет необходимости, особенно людям в пожилом возрасте, ехать. Ну, мы прекрасно понимаем, что диспансеры не в каждом районном центре есть, а вот такое устройство наверняка позволит им существенно облегчить их жизнь. Совершенно верно. Но это позволит также и врачу в экстренной ситуации, которая не требует, вернее, требует безотлагательного вмешательства, связаться с больным и помочь, дать рекомендацию или потребовать, чтобы была выполнена та либо иная процедура, что, в общем-то, влияет на жизнь. То есть это снижает нагрузку на нашу скорую помощь, я так понимаю, на работников плюс скорой масса помощи. Да. Здорово, что эти разработки родом из города Гомеля. Можно сказать, это разработка нашего отдела. Можно сказать, такой модернизированный глюкометр нынешнего времени, подходящий под все тенденции сегодняшнего времени. Совершенно верно. И повторюсь еще раз, это очень маленький объем. Очень маленький объем. А сочетание, что нужно с собой иметь? Стрип-полоски, глюкометр, ну и игла для прокалывания индивидуальная. На этом не ставим точку. Сразу после короткой рекламы вернемся в студию и продолжим. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы продолжаем. В этом году обновлен рейтинг топ-200 самых успешных бизнесменов Беларуси. Инна Леонидовна, много ли жителей Гомельской области для себя обнаружили, нашли в этом рейтинге? Ну, обнаружила. В этом рейтинге традиционно они были и в прошлом рейтинге, в 2013 году. Наши гуру упаковки Николай Бирюков, Дмитрий Пахомов, Светлана Помалейко. Но, к сожалению, больше никого не нашла. А в рейтинге образца 2013 года был наш любимый Валентин Петрович Бутковский. Это мы сейчас передаем привет в Лельчицкий район. Да, обязательно. Ну, я могу сказать, что есть еще интересный очень рейтинг, который называется «Топ-50 самых влиятельных и успешных бизнесменов каждого региона». Вот последний рейтинг был в 2014 году. Вот в следующем году мы будем ждать обновления. Вот там как раз-таки, как я говорю, 25% членов общественного объединения «Единство». Я хочу назвать всех. Виктор Зборовский, это Николай Черношей, это Михаил Соскевич, это Виталий Филинский, это Евгений Борисов, это Александр Кустов, это Наум Кац, это Валерий Прохоренко. Ну, прошу прощения, если про кого-то забыла. Достаточно долгий список. Большую часть этих людей вы знаете лично. Инна Леонидовна, как считаете, их успех – это удача или что-то большее? Во-первых, скажу, я не просто этих людей знаю лично. Я с этими людьми уже рука об руку на протяжении, скажем, 13-го года. Вот мы недавно анализировали, думали, это уже больше, чем даже одноклассники. Вот в школе мы учимся и становимся очень же близкими. Вот это же на всю жизнь. Так вот, скажем, с членами общественного объединения, мы уже дольше этого времени. Нет, ну а теперь на вторую часть вопроса. Ну, безусловно, конечно, это неудача. Удача любит только успешных. Вот когда сделана вот такая шикарная разработка, конечно, там будет и удача сопутствовать. Поэтому к этой удаче нужно приложить очень много сил. Да, это каждодневный труд. Это, как Марина Михайловна сказала, это ложиться позже, чем обычные люди. И вставать раньше, чем, опять-таки, обычные люди. Это работать, работать и работать. То есть, не нами сказано, без труда не выловишь и рыбку из пруда, не так ли? Если обыгрывать тему одноклассников, то единству повезло с классной, я еще хотел бы сказать. Это точно. Марина Михайловна, и все-таки к мировому опыту, а он говорит о том, что упор все же сегодня стоит делать на малый бизнес, на небольшие, мобильные и востребованные предприятия и производства. Как считаете, почему?
Ну, я могу сказать, что если, опять же, возвращаться к мировому опыту, из 10 зарегистрированных предприятий к концу 5-го года деятельности успешными оказываются 2-3. То есть процент достаточно низкий, и это еще раз в подтверждение моих слов, что это упорный и тяжелый труд. Во-первых, это необходимость найти себя на рынке, продвинуть себя на рынке и быть мобильным. Действительно, небольшому предприятию легче переориентироваться, легче сменить направление работы, но это, опять же, может быть, даже если оно и прекратило свою деятельность, не так заметно в общем объеме экономики. На смену приходит кто-то новый. И в мировой практике действительно малый и средний бизнес играет большую роль. До 80% экономики составляет. У нас на сегодняшний день, я считаю, что в Гомельской области достаточно развит сектор малого и среднего предпринимательства. Он представлен порядка 36 тысячами субъектов хозяйствования. Это более 10 тысяч малых и средних предприятий и почти 27 тысяч индивидуальных предпринимателей. И вот эти 10 тысяч, о которых я говорю, это все предприятия, которые работают. То есть это нет предприятий, которые бы не уплачивали налоги, не осуществляли деятельность. Мы говорим сегодня о живых предприятиях, которые развиваются, кто-то более динамично, кто-то менее динамично. И если сравнивать даже 5 лет назад, то уровень прироста малого и среднего бизнеса в Гомельской области составляет более чем 1000 предприятий. Это, как ни крути, 12%. Это достаточно серьезный результат. И сегодня объем поступлений налоговых в бюджет составляет более 20%. Это в нашей, это промышленно развитой области. Это достаточно серьезная такая заявка на лидерство. Более того, скажу, что по сравнению с 2010 годом показатель удвоился. То есть ровно в два раза вклад бизнеса в доходную часть бюджета области стал больше. Хотел бы дополнить Марину Михайловну. Она упомянула о том, что по мировой статистике, да, в обычных условиях в первые 2-3 года из 10 вновь созданных компаний небольших 2-3 выживают. Так вот, в технопарках, опять же, согласно мировой статистике, 2-3 года первых создания инновационных фирм не выживают 2-3. То есть 70-80% выживает. И вот опыт Гомельского технопарка, он как раз свидетельствует о том, что мы вот в этом тренде мировой статистики, у нас где-то 70-75% пришедших к нам компаний продолжают развиваться, живут и так далее. Если говорить про инвестиции, чем так привлекательна Гомельщина для капиталовложений? Ну, безусловно, нашим географическим положением. Это известно всем. Мы граничим и с Россией, и с Украиной. Через Гомельщину проходят основные магистральные пути, связывающие и Балтийское, и Черное моря. Центр Европы, что ж тут говорить. Ну да, чего уже еще добавлять-то. Географическое положение и еще один немаловажный фактор. Более 70% всех полезных ископаемых находится на Гомельщине. Вы сегодня знаете, что в Петриковском районе строится горнообогатительный комбинат колейный. На сегодняшний день есть предложение от инвестора по освоению Лельчицкого региона. То есть та же древесина. Камень, ну, и, как, и большое количество других. Да, и как Дмитрий Николаевич говорил, что Гомельщина еще славится своими умами. Те партнерские отношения, о которых мы говорили в начале, как лучшая область для ведения бизнеса. Конечно, куда еще? Условия для бизнеса здесь просто прекрасны. Здесь можно вообще даже как-то по составу участников сегодняшней передачи сделать все очень понятно. Топ-4. Успех в бизнесе, да. Ну, понятно, это исполнительная, законодательная власть, те, кто создают правила игры и помогают вот всем, кто в них участвует, их выполнять. Это бизнес-среда, я бы так назвал, да, то есть это, наверное, тот климат, бизнес-климат, который должны создавать и сами предприниматели, и где-то путем создания общественных объединений. Вот, наверное, единство – это яркий тому пример. Технопарк – это инфраструктура поддержки, как бизнес-инкубатор, как субъект инновационной инфраструктуры. Ну, естественно, вот Игорь Николаевич, как бизнес, да, это тот, на кого все это направлено, да, то есть смысл создания и нашей деятельности, нашей жизни – это, конечно, поддержка вот компаний, которые создают ту добавленную стоимость, тот бизнес, который есть. Но в основе лежат люди, от которых все это зависит. Да.
Но если вы вырежете, я скажу, что Игорь Николаевич спокойно бы прожил без нас всех. Что еще одна цель — не просто помочь, но и не помешать. Да, у нас это не навредить. Уважаемые гости, в каких сферах экономики малый и средний бизнес сегодня наиболее успешно развивается? Ну, если мы говорим только о малом и среднем бизнесе, а это предприятие численностью до 250 человек, как-то очень равномерно в Гомельской области произошло распределение. 31% – это сфера производства, 36% – это сфера услуг, и оставшиеся 33% – это торговля. То есть, если раньше мы говорили о том, что более 50% занимает торговля, то сейчас бизнес активно занимает свои позиции именно в сфере услуг. И среди новых предприятий, вот мы обсуждали тематику иных программ, очень много тех, которые — это медицина, это красота, это здоровый образ жизни, это, ну, то, что для нас женщин немаловажно, парикмахерские, это всякие прачечные. Ну, сфера услуг, в общем, то, что сегодня действительно востребовано. Да. Мария Михайловна, уверена, многое делается для успешного старта и поддержки начинающих бизнесменов. Ну, безусловно, в республике уже на протяжении 20 лет принимается, разрабатывается, утверждается государственная программа поддержки предпринимательства. Последняя программа была принята в марте текущего года, вступила в силу. Это программа на 16-20 годы, где предусмотрена непосредственная прямая финансовая поддержка путем частичной компенсации процентов за пользование банковским кредитом, а также путем предоставления льготных кредитов, микрокредитования, объемы небольшие, но для развития производства и сферы услуг. Также одним из видов поддержки, которым с удовольствием пользуются многие предприятия, это компенсация расходов за участие в выставках и ярмарках. То есть на сегодняшний день бизнесу надо и облегчить бремя тяжелых финансовых кредитов. И в то же время себя презентовать. И себя презентовать, и минимизировать эти расходы. Для только начинающих, решивших заняться предпринимателем, людей, которые в настоящее время находятся без работы, состоят на учете в центре занятости, в службе занятости, есть такой вид поддержки, как оказание субсидий. Вот это именно тот первый шаг для развития своего бизнеса. Он направлен на развитие индивидуального предпринимательства. То есть, если ты решил стать индивидуальным предпринимателем, либо ты создаешь унитарное предприятие, либо фермерское хозяйство, ты можешь обратиться в службу занятости. Написав бизнес-план, комиссия рассмотрит возможность оказания субсидий. Если идея действительно стоящая, то финансирование будет получено. Я обращаю внимание, что это субсидии, это деньги, которые не подлежат возврату. Это тот небольшой грант, который будущий предприниматель может направить на регистрацию, покупку необходимого оборудования, на развитие своего бизнеса. Единственным условием невозвратности этой субсидии является осуществление деятельности в выбранном направлении не менее года. Как правило, все предприниматели, которые получили эту поддержку, более 90% остаются работать в этой сфере. Кстати, совсем недавно Гомельскому технопарку был присвоен статус инкубатора малого и среднего бизнеса. Дмитрий Николаевич, какие в этой связи задачи ставите перед собой и своими коллегами? Да, действительно, в августе месяце мы получили этот статус. Значит, ну, я хотел бы сказать, что, наверное, присвоение статуса – это, по сути, признание того, что технопарк является бизнес-инкубатором вообще по своей сути с момента создания. Мы просто являемся специфическим инкубатором, который поддерживал до получения вот этого последнего статуса только компании, которые занимаются инновационной деятельностью. Вот получение этого статуса немножко расширяет наши возможности по поддержке компаний, которые, ну, нельзя, может быть, назвать инновационными, но они также нужны, также важны. Мы в первую очередь говорим о компаниях, так называемых сервисных, которые могли бы оказывать услуги резидентам технопарка, в том числе это бизнес-планирование, там, может быть, даже переводы иностранные, патентные услуги, информационные услуги, рекламная деятельность. Получив этот статус, мы решаем две задачи. Во-первых, мы сможем поддержать компании, как я уже сказал, не только резидентов, это раз, а во-вторых, для наших резидентов
студентов, мы создаем площадку, на которой они, не выходя из здания технопарка, могли бы получить весь спектр услуг. Это, опять же, взаимодействие, опять же, так называемая бизнес-среда, это комфорт. Да и упрощают, в принципе, весь этот процесс. Мы преследуем еще и третью цель. Дмитрий Николаевич сказал только о двух целях. Он до этого говорил, что процент выживаемости в технопарке новых предприятий составляет 70-80%. Надеюсь, что присвоение статуса инкубатора малого бизнеса этот процент составит 100%. Они будут жить вечно. Они будут работать успешно. Легко ли быть бизнесменом и от чего зависит успех личного дела? Именно с такими вопросами на днях на улице областного центра вышли наши коллеги. Внимание на экран. Успех личного дела зависит в имении личного дела, и что это за, и чем оно является. Если знать и идти к своей цели, то все просто. Наверное, от силы воли и характера ищу финансовые возможности. Главное – желание, мозги. И пожалуйста. От связи. И в первую очередь. Что надо для этого? Мозги. В принципе, больше ничего. А трудолюбие оно продолжится потихоньку. Это правда, для того, чтобы что-то начать, нужно что-то смелое, да? Нужно всегда уметь чуть-чуть и быть азартным немного, да? И при этом достаточно быть ответственным таким человеком, который умеет свои качества как-то направить, целеустремить, так сказать. Бизнес строится неправильно. У нас все хотят вложить быстро деньги и на завтра же их получить. В долгую никто не придумывает такое, чтобы это 3-4 поколения работало. Вообще тут как бы целый комплекс вопросов. Один из вопросов – это юридические моменты. Например, я как, так скажем, работаю в сфере информационных технологий, многие понятия, допустим, не определены в законодательстве, многие вопросы, нет четкого регламента, структуры, да, постоянные изменения в законодательстве. На первый взгляд может показаться, что все довольно просто, но когда начинаешь браться за дело и проходишь через огромную кучу инстанций, запал куда-то пропадает, и на самом деле нужно иметь очень большое желание, чтобы добиться чего-то, чтобы открыть свой бизнес. Желание, упорство, а второе – это чтобы государство взяло на себя ответственность и помогло молодым бизнесменам. Бизнес зависит прежде всего от ментальности народа, прежде всего, какой человек сам по себе. Если он стремится к бизнесу, бизнес он сможет открыть везде практически. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы продолжаем. Инна Леонидовна, я знаю, что общественное объединение «Единство» тоже заботится о подрастающем поколении бизнесменов. Расскажите, по какой схеме, как проходят те самые встречи молодежи с маститами? Да, Саша, вы правильно знаете, что общественное объединение имеет один из таких приоритетов, как работа с молодежью. Скажем, со всеми организациями, которые сегодня существуют, объектом деятельности которых является молодежь, это Белорусский республиканский союз молодежи, это центры бизнес-образования, это все наши вузы. Со всеми общественное объединение «Единство» имеет общие проекты, которые можно назвать одним словом «молодежь и предпринимательство». Члены общественного объединения «Единство» являются жюри всех конкурсов, в том числе международный чемпионат молодежи в предпринимательстве, который мы осуществляем наряду с Гомельским областным исполнительным комитетом и университетом потребительской кооперации, и который имеет уже статус международного. Мы имеем общие проекты с Белорусским союзом молодежи. Скажем, мы являемся членами жюри конкурса «100 идей для Беларуси». Мы читаем лекции в библиотеках «Как стать предпринимателем». Для многих потенциальных предпринимателей или начинающих, скажем, первое экспертное мнение и первую менторскую поддержку была получена именно от членов общественного объединения «Единство». А вот всегда ли успешные предприниматели охотно делятся своими секретами? Конкуренции не боятся, в конце концов? Я расскажу, что общественное объединение «Единство» изначально, если вот кто-то когда-либо будет изучать психологический аспект вот этой структуры, он определит, что в общественные любые организации вступают люди с определенным складом характера. И в этом определенном складе есть такая черта, как полная открытость и готовность делиться своим опытом. Поэтому, скажем, да, наши предприниматели, члены общественного объединения «Единство», не просто, а уже готовы. Вот за день только за локоток Наума Михайловича Каца.
и получишь раскладку. Тысяча и одну идею. Да. Как открыть свою идею. И алгоритм продвижения всей своей идеи, всего своего будущего бизнеса. Наш Вячеслав Алексеевич Люсик сейчас отложил вообще существующую деятельность и тоже решил, что гораздо большим потенциалом он уже обладает как бизнес-тренер. Он тоже проводит семинары. Поэтому все готовы делиться. Инна Леонидовна, а скольких предприимчивых людей сегодня объединяет единство в Гомеле? И как можно стать членом практически элитарного клуба бизнесменов? Ну вот, Саша, вы же ответили на свой вопрос. Скажем, клуб элитарный. Отбор серьезный, я так понимаю. Элитарных же не бывает много. Ну, это я так скажем, ради шутки. А вообще хочу сказать, что удивительно, общественное объединение «Единство» как-то сохраняет свой численный состав на протяжении всех 12 лет. Меня часто спрашивают, Инна Леонидовна, у вас очень классная структура, почему вы нигде там не рекламируете, не выставляете свои там баннеры и так далее, не приглашаете стать членом объединения? Ну, скажем, наверное, я вот подумала, почему. Вот помните, в социалистические времена была такая максима, что хороший товар в рекламе не нуждается. И вот я вот тоже, тем не менее, продукт тех советских времен. И, к сожалению, вот я так и тоже считаю, что хороший товар не нуждается в отдельной рекламе. Но это, скажем, первое. А второе, вот если опять-таки, что такое элитарность? Я с этим согласна. Это же нам не дается, как вместе со статусом при регистрации. Это 12 лет очень серьезного труда, очень серьезной, скажем, работы. Не только организации, а буквально каждого члена этой организации. Поэтому мы не можем как бы просто так раздавать, приглашать и принимать. У нас очень такой штучный отбор. Вот сегодня благодаря этой программе я познакомилась вот с таким вот. Вы недаром рядышком. У вас уже нет выбора. И вот, конечно, я, конечно, буду уговаривать, я буду убеждать и находить слова, и рассказывать все. Нам такие люди нужны. То есть каждый новый член организации должен делать эту организацию сильнее, авторитетнее, умнее, интеллектуальнее. И по большому счету здесь не идет речь, входишь ли ты в топ-50 или в топ-200, и сколько у тебя активов. Здесь то, что когда-то в старые времена вот было понятие там дворянская честь, офицерская честь. Вот мне нужны вот такие люди, нам всем нужны с такой предпринимательской честью. Уже традиционными стали бизнес-завтраки «Единство». Какие темы обычно в центре внимания? В центре внимания темы, которые на сегодня волнуют предпринимателей. И в гостях у нас структуры, с которыми тоже сталкивается предприниматель в своей деятельности, которые тоже готовы дать полную раскладку, что, как и почему. В свою очередь, и мы тоже обеспечиваем обратную связь, что не работает, что требует обсуждения на их там высших коллегиях, что стоит изменить, что пересмотреть. И еще иногда и говорим спасибо. Тот самый диалог с властью, это да. Тоже важно. Марина Михайловна, и все же мы сегодня очень много говорили о достижениях. Это здорово, потому что людям нужно знать и о перспективах развития и так далее. И все же развиваться дальше без обсуждения проблем просто невозможно. Какие из основных проблем сегодня больше всего беспокоят представителей малого и среднего бизнеса? Ну, я могу сказать, что это достаточно распространенная проблема не только у нас, но и в соседних государствах. Это, безусловно, достаточно высокая стоимость кредитных ресурсов. То есть, понятное дело, что без стартового капитала, без каких-то оборотных средств начать дело весьма и весьма проблематично. Это вопросы зачастую излишней зарегулированности законодательства. Ну, и у каждого, конечно, это и разрешительная система, возможно, вопросы связаны с проектированием, строительством, архитектурой. Это масса, скажем так, сфер, с которыми сталкивается предприниматель. Поэтому вот бизнес-завтраки действительно проводятся либо до принятия нормативно-правовых актов, либо уже вместе с принятием их, и обсуждаются все аспекты. Вот Инна Леонидовна умолчала о том, что у нас и комитет госконтроля присутствует на бизнес-завтраках в рамках реализации 510-го указа проверочных мероприятий, и
инспекция Министерства по налогам и сборам, и прокуратура, и фонд гомелеблимущества. Ну, то есть в любом случае есть возможность проговорить на все вопросы в достаточно неформальной обстановке и понять, и принять точку зрения каждого. Не могу не спросить и о социальной ответственности бизнеса. Один из последних примеров – возведение современной спортплощадки в нашем Гомельском парке. Ну, это не единственный пример социально ответственного бизнеса. Могу... Один из самых свежих примеров. Один из самых свежих. Громких. Ну, это пример, скажем, такой публичной социальной ответственности. Я так думаю, что бизнес не всегда афиширует свою социальную ответственность по разным причинам. И зачастую в силу своей скромности в большинстве своем. Один из последних, вот это замечательный комплекс тренажеров, это Алексей Поляк, более известный бренд, это ресторан «Права». Я думаю, подарок, что... если не ошибаюсь, в $5000. Ну, не знаю, может быть, он скажет... Любимому Гомелю. Да, я думаю, что, может быть, он скажет сумму точнее. Как правило, я еще раз повторюсь, предприниматели не озвучивают ни стоимость своего вклада, ни зачастую не афишируют, что именно сделано. Я вернусь к общественному объединению «Единство», член общественного объединения «Единство». Тоже занимает очень социально ответственную позицию. Это и шефство над хоккейными юношескими командами, проведение отдельных турниров. Это помощь больницам. Это помощь детям с ограниченными возможностями. Не могу не отметить наши советы индивидуальных предпринимателей, которые постоянно шефствуют над центром социальным «Майский цветок». Они создают праздники, приглашают клоунов и делают все, чтобы сделать их хотя бы на некоторое время абсолютно счастливыми. Хотела бы обратить внимание, что гость нашей студии, Игорь Николаевич, тоже пример социально ответственного бизнеса. Он принципиально умолчал, наверное, о тех условиях самых комфортных, которые созданы для его работников. Поэтому каждый бизнесмен старается, который любит свой коллектив, который дорожит своим коллективом, максимально удобные и комфортные условия создает для своих работников. Катя, ты заметила, как быстро пролетел этот эфирный час? Я не просто заметила, я в этом во всем участвовала с удовольствием. Спасибо. Уважаемые гости, спасибо большое. Время подводить короткие итоги. У каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Игорь Николаевич, начнем с вас. Да, я могу дать совет. Не бояться пробовать. Не бояться пробовать новое. Но, в общем-то, самый главный секрет – это все-таки люди, на которых мы опираемся, которые помогают достичь этих высот. Может быть, условия, в которых люди работают, когда создаешь условия для людей, и человек тоже создает все от него зависящее, чтобы выполнить работу. Ну, наверное, это. Инна Леонидовна. Ну, наверное, в связи со сложной сегодня экономической ситуацией каждого субъекта хозяйствования, я бы хотела, чтобы во время кризиса, за этими угрозами, которые всегда предполагает этот самый кризис, люди бы увидели и новые возможности. Я хотела бы вспомнить те знаменитые слова Генри Форда, когда он говорил, что один скажет: «Я знаю, у меня все получится», а второй знает, скажет, что «я знаю, у меня ничего не получится», и каждый из них окажется правым. Поэтому я знаю, я верю, что у всех наших предпринимателей все получится, и пусть у них все получится. Пусть им сопутствует удача и помогает Бог. Да, я хотел бы, наверное, сказать, вот как мы видим основную цель своей деятельности, работы технопарка, задачи, которые для себя ставим, так, по крайней мере, на ближайшую какую-то перспективу. Продолжая поддержку тех компаний, которые уже находятся у нас, мы для себя, так же, как Инна Леонидовна вот упоминала, стратегическим направлением считаем работа с молодежью. Ведь именно там генерируются вот новые идеи, инновационное мышление. Это они. И, конечно, основная наша задача, во-первых, найти вот таких одаренных ребят, помочь им реализовать где-то, реализовать, во-первых, сформулировать и реализовать свою идею. Вот. И, конечно же, мы для себя видим, необходимо технопарку, ну, не замыкаться в тех стенах, которые на сегодняшний день есть, и мы это делаем, а работать и со студенческой молодежью. На сегодняшний день мы уже видим необходимость работы и со школьной молодежью. Ведь и там у нас сегодня есть ребята, которые выиграют олимпиады.
и так далее. Очень хорошие перспективы сотрудничества у нас определяются с нашими университетами. Хотим создать в технопарке площадку для ребят, которые, вот еще раз, учащиеся молодежи, где бы они могли заняться вопросами механотроники, робототехники. Это сегодня набирает очень серьезные обороты. Вот. Ну и, естественно, если мы говорим, в чем там успех бизнеса, я считаю, что нельзя бояться. Нельзя бояться воплощать свои идеи. Надо рисковать. Инновации и венчурность — это неразделимые понятия. Мне, наверное, вот говорить. Потому что если бы в свое время там не рискнули, да, Билл Гейтс, наверное, да, всем известно, то сегодня мир был бы другим. Да, и вот поэтому я хотел бы всех призвать, у кого есть идеи, у кого есть какие-то бизнес-идеи, по крайней мере, приходите в технопарк, приходите, наверное, к моим коллегам, и всегда можно найти поддержку и помощь в их реализации. Нельзя бояться. Мария Михайловна, ваш совет тем, кто только решается на что-то? Я, с своей стороны, могла бы сказать, что органы власти, и областные, в том числе местные органы власти, на сегодняшний день нацелены на максимальное создание благоприятных условий для бизнеса. В подтверждение тому, у нас в каждом регионе создана комиссия по развитию предпринимательства. И уважаемые начинающие предприниматели, которые со стажем, но есть ряд вопросов, которые нет возможности решить самостоятельно, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы всегда готовы прийти на помощь и оказать какую-то поддержку посильную. Обращайтесь в регионы, но если что-то не получается, милости просим. Спасибо большое за этот интересный и полезный разговор. Доброго вечера вам и вашим близким. Доброго вечера вам.